Валерій Чернявський, заступник директора Миколаївського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук, історик і громадський діяч. Доброго вам ранку. Доброго. Дякую, що так рано до нас завітали. Скажіть, будь ласка, ось не можна сказати, що фотографія повністю витіснила живопис або витіснює живопис, але все частіше ми чуємо про відкриття нових фотовиставок. От яка роль фотографії в сучасному музеї? Ну, на самом деле, этот процесс несколько имеет место быть. Мы все помним, что вот гений уровня Луи Пастера, он напрочь отказывался от живописи, ну, объясняя это тем, ну, зачем она нужна, если есть, по сути, более точный способ отображения окружающей действительности. Фотография, скажем так, изменила живопись. Она перешла в более абстрактные формы выражения. Но сейчас мы сталкиваемся с другой проблемой. Когда появились первые фотоаппараты, которые еще отображали фотоснимки на свинцовых пластинах, они были жутко дорогими. И дальнейшее развитие фотоискусства, оно сводилось к тому, что оно, с одной стороны, постепенно двигалось от тяжело доступного к легкодоступному еще 20-30 лет назад, не зная базовых азов химии, как бы в фотографию было вообще бесполезно вникать. Сейчас, пожалуйста, у каждого на смартфоне есть камера, которая мало того, что имеет колоссальное разрешение, что обеспечивает качество фотографии, так и с другой стороны, она еще обладает программой, которая, собственно, исправляет кривость рук фотографирования. И все это позволяет превращать, ну, любого обывателя, маломайский фотографа, поэтому для нас сейчас фотография – это не документалистика, это не столько искусство, сколько способ самовыражения, и даже мы видим, что интернет-пространство под это уже адаптировалось. Обратите внимание, социальные сети Facebook, Instagram – это уже даже не способ отобразить действительность, а способ выразить себя через это отображение и возможность поделиться с окружающим. А в этом отношении это вполне адекватно использовать в музее, поскольку, опять-таки, вот такая любительская фотография, она отражает угол видения посетителям экспозиции. И в этом отношении, да, вот, собственно, настоящий проект отталкивается именно от этого обстоятельства. Ну, я ще хочу сказати, що соціальні мережі, вони і спонукають щось нове навчитися, щось нове спробувати і так далі, щоб показати, що я можу краще. Ілі напроти. Ілі чи навпаки. Давайте все ж таки повернемося трошки до музейної фотошколи. Взагалі, що це за фотошкола і хто ж там буде навчатися? Собственно, фотошкола возникла в рамках грантового проекта. Учредителем гранта является, ну, всем нам, полагаю, хорошо известный немецкий институт, так называемый Гёте-институт. Вот, собственно, он был распределителем грантовых средств. Организация в Украине, которая, по сути, занималась оперированием этими грантами, то есть распределением, был центр розвитку музейной справы, или промузеум, как они себя называют, которые на протяжении длительного периода времени проводили конкурсную программу. Мы, чтобы участвовать в этой конкурсной программе, ездили в город Днепр и, собственно, стали одними из победителей. Были выделены средства на проведение музейной фотошколы, что она из себя будет представлять. На протяжении полутора месяцев музей совместно с Ириной Гузей, руководителем студии детской фотографии «Фотоклок-Рок», которая базируется на станции юных техников, для детей-переселенцев и детей-сирот будет проведен комплекс занятий, который даст деткам базу, базовую основу фотографии. Далее, как мы видим его развитие? Собственно, детская фотография, произведенная в процессе нескольких фотосессий, уйдет на детскую любительскую фотовыставку «Час застых в объективе», а также будет использована для изготовления игры логической «Мемо, запоминай артефакт», то есть рассчитанная на более, скажем, меньший возраст, но тем самым, как бы, очень важно просто изначально, дабы фотографирование не ушло в пустоту, а участники видели, собственно, прикладной результат своих усилий. А скільки взагалі буде ця фотошкола діяти? Чи це буде цілий рік навчання?
Смотрите, нет, это курс условием будет. Гранда было его завершение в течение полутора месяцев. У нас, у нас 6 ноября состоится открытие итоговой выставки у нас в стенах нашего музея. И дальнейшая как бы судьба проекта уже будет зависеть от реакции общественности. Если общественность его поддержит и скажет, давайте еще, то мы будем, естественно, думать, как все это поставить на основу более постоянно. Наскільки важливо, як ви вважаєте, от особисто для себе проводити такі подібні соціальні проекти? Безусловно, они очень значимы. Здесь значимость двоякая. С одной стороны, мы должны немножко отходить, собственно, от того советского понимания музея, где музей – это нечто, куда после уроков несчастных детей загоняют, дабы в головы их вложить еще чуть-чуть светлого кусочка. Это тоже важно, но музей в современном мире должен все больше и больше адаптироваться под запросы аудитории. Аудитория просит разных форм работы. Ну и, конечно, собственно, сироты и переселенцы – это две категории наших маленьких посетителей, которые действительно требуют повышенного внимания. Для переселенцев это возможность адаптироваться в новой среде, возможность через знакомство с историей, культурой своего края, плюс еще в таком интересном ключе, а фотографировать дети будут исторический ландшафт города и музейную экспозицию, музейные экспонаты – это все поможет интегрироваться в новую общину. Но эти сироты, я считаю, что для них это, безусловно, помимо того, что здесь отчасти перекликается вот эта задача, для них еще чрезвычайно важно, в силу сложившихся причин, с самого юного возраста начать знакомиться с профессиями, которые есть вокруг. То есть как раз знакомство с профессией фотографа, оно, возможно, как-то кому-то из них поможет определить свою профессиональную деятельность в будущем. Дійсно, може це якийсь буде поштовх для дальнішого, подальшого, скажімо так, розвитку. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали.